Помимо того, что в лаборатории продолжаются испытания, о которых Павел говорил, у нас еще и идет работа по поиску предприятия, на которых можно было бы запустить первую партию двигателей на базе двигателей стандартного производства со стандартным пакетом. И такие предприятия найдены буквально в начале этой недели. Сейчас ведутся работы по проверке, организации проверки этих двигателей. Значит, мы планируем доставить образцы двигателей в лабораторию, смонтировать наши обмотки в них, проверить. И если все будет нормально, будем заказывать на этих заводах первую партию двигателей, первые партии двигателей, которые, как и планировали, будут направлены для реализации дилерам, коих мы видим в лице наших лицензиатов. Но в этом году, я не знаю, удастся ли, успеем или не успеем, хотелось бы успеть, но маловероятно, конечно. Скорее всего, это событие произойдет уже в первом квартале следующего года, 2020. Что же касается стройки, работы ведутся по наверстыванию сроков на экспертизу. Документы планируется отдать на государственную экспертизу. Документы планируется отдать 23 декабря. Все проектные документы. Тем не менее, параллельно ведутся работы по изготовлению металлоконструкции, о которых спрашивали партнеры и инвесторы. Потому что изготовить же мгновенно невозможно, нужно ввести закупки. Закупки материалов проплачиваются и доставляются к местам изготовления, уже обработки и изготовления нашей металлоконструкции. Эта работа уже ведется. Так что все идет чередом, пока задержек нет, новых задержек пока нет. И мы предпринимаем попытки как-то компенсировать потери времени, которые были допущены на предыдущих этапах. Да, я забыл. Нарушаю традицию, да, про доктора смехотроники поговорить вначале. Уж очень мне нравится этот товарищ. Значит, смотрите, уважаемые коллеги. В чате номер один я выложил перевод патента от 2018 года. Теперь у всех желающих есть возможность его скачать, почитать и сравнить с нашими патентами. Там патент, а у нас патенты. Там не было, а бывало. Вот. И я думаю, что даже не имея глубоких познаний в электрических машинах, каждый желающий может убедиться, что это абсолютно разные патенты.